подписчики, те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я разберу для вас песню «Белый лебедь на пруду». Итак, давайте начнем. Здесь есть куплет, есть припев, как обычно. Начинается первая строчка в куплете с аккорда АМ. Вторая на первом, четвертая, третья струны на втором ладу. В правой руке я вам предлагаю сыграть вот такой перебор. Я куплю себе дом. Это будет пятая, потом третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Вот такой перебор можно использовать в аккомпанементе при игре первого куплета. При первом мы начнем играть боем, вот, а сам куплет сыграем перебором. Итак, давайте начнем. АМ. Один раз. После этого аккорд Е. Один раз. Либо Е7. Можно использовать еще мизинцем, зажать вторую на третьем. Итак, еще разок. АМ. Раз. Е. И опять АМ. Здесь АМ мы сыграем два раза. Итак, первая строчка. Я куплю себе дом у пруда в Подмосковье. Раз. И здесь мы уже начинаем петь вторую строчку. АМ. И тебя приведу. АМ один раз. Ж. В этот собственный дом. С. С один раз. Итак, еще раз вторая строчка. Один от предыдущей первой строчки, и второй у нас будет уже на второй строчке. Давайте еще разок, чтобы разобраться. Первая строчка АМ, потом Е, Подмосковье, АМ, и тебя приведу. То есть АМ получился три раза. Ж, этот собственный дом, С один раз, потом Ф. Пальцем все струны, и на третьем четвертая, третья, вторая. Один раз мы сыграем. Мы посадим после этого АМ, потом H7. H7 мы сыграем пятая, третья, вторая, первая. После этого E7, шестая, третья, вторая, первая и АМ. У нас получилось 4 строчки, далее мы повторим третью и четвертую. Давайте еще разок сыграем все 4 строчки в куплете. Я куплю себе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом. Четвертую строчки. Это будет опять F. Заведу голубей D, M. Е с тобой и с тобою А, М. B бемоль. Продолжаем А, М. Мы посадим сирень. H7 половинка, E7 половинка и А, М. Переходим к припеву. Припев мы сыграем уже боем. Обычной четверкой вниз, вверх, лучше вверх. А белый лебедь. ДМ7, либо можно ДМ, либо ДМ7. ДМ7 это указательным пальцем вторая, первая на первом, третья на втором. А белый лебедь. Два раза. ДМ либо ДМ7. Е. Два раза. Потом АМ. АМ один раз, и добавляем к АМу АМЖ один раз. АМ,
А МЖ это мизинцем зажимаем шестую еще на третьем. Потом Е два раза, потом Д Е. Даем раз, три раза. Так, у нас припев будет состоять из двух одинаковых половинок. Первую половинку я сейчас вам показал еще разок. Первая половина припева. Под окном мы доиграли куплет. И здесь играем АМ белый. Ну, то есть мы сыграем АМ два раза. Раз. И даем. Продолжаем, у нас вторая половинка пошла опять АЕМ. Белый лебедь на воду качает павшую звезду. На том пруду, куда от тебя я иду. Можно уже продолжать, уже боем играть уже второй куплет. Хотя первый куплет вы тоже можете сыграть боем. Я куплю тебе дом. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца.